В Одесской области день вообще выдался богатым на скандалы. Еще один помельче в Коминтерновском районном суде. Там секретарь попалась на взятки в 3000 долларов. По данным следствия, вместе с сообщником адвокатом требовала эту сумму от частного нотариуса. Женщину запугивали тем, что в одном из судебных разбирательств ее статус может измениться со свидетеля на подозреваемую. А вот чтобы этого не произошло, как раз и требовали мзду. Взяли секретаря суда и сообщника с поличным. Теперь им грозит от 3 до 8 лет тюрьмы. Якщо дивитися з матеріалів кримінального провадження, то не могли вони змінити статус. Проте ці особи повідомляли, що таке теоретично може бути. Розповідали про те, що це будуть дуже великі проблеми. Жінка злякалась, повірила їм.